Взяла с полуна. Теперь ты нам должна. И она заперла девочку в зеркале. Родители искали дочь целый день и, наконец, нашли. Охваченный гневом, папа бросился на ведьму, а мама нежным касанием развеяла злые чары. Но ведьма была сильна, и папа крикнул: «Спасай нашу дочь!» Мама с дочкой побежала прочь, а лес охватил пожар. Пепелище и поныне напоминает о жертве, которую принес отец. И до сих пор всем детям, кто слишком долго смотрит на выжженную пустошь, снятся кошмары, как они пошли собирать ягоды и заблудились в лесу. Thank you.